Вот такие интересные замороженные полуфабрикаты я получил от одного мастера с сайта Ярмарка мастеров. Поролон, если что, жирнющий толстенный поролон. А это кот, если что, жирнющий толстенный кот. Чаша номер раз. Не видно кот. Все-таки не доехала без повреждений сколов лака. К сожалению моему. Чаша номер два. Идея в том, чтобы держать ее вот так, с этой стороны наливать горячую воду, сюда класть помазок. Никогда не обращал внимания, что здесь спиралька. И да, маленькое дополнение к тому видосику, к той части. Если у вас есть экстра неординарный помазок, лучше сказать об этом Дмитрию до того момента, как он начнет делать свою работу. Потому что у него информация есть о том, какими должны быть только нормальные помазки. А не какие-то чудовища.